Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні ми говоримо на тему декомунізації і перейменування сумських вулиць. В нашому ефірі працює Ігор Порепека, депутат Сумської міської ради і голова фракції опозиційного блоку в Сумській міській раді. Пане Ігоре, я вас вітаю. Хочу нагадати нашим глядачам, що на цьому тижні ви у своїй соцмережі, на своїй сторінці виклали такий пост: перейменування вулиці Горького в Сумах – це насадження радикальних поглядів однієї групи громадян усьому населенню міста. Що ви мали на увазі, хто такі радикальна група громадян і чому питання по вулиці Горького от виникло саме зараз? Добрий вечір. Радикальна група громадян – це, я вважаю, в даному випадку це ті люди, які через коліна хочуть заставити переименовувати вулицю в місті Суми. По нашим даним, коли ми во время такої волни декомунізації, яка проходила в місті Суми, ми ставили палатки, нам їх громили, як понятное дело, но мы опрашивали сумчан. Так вот, я хочу сказать, что больше 80% жителей города Сумы категорически против любых переименований. Даже если они допускают переименование, то это должно быть нейтральное, то есть не связано ни с какими политическими событиями, там, людьми, деятелями. И я тут с ними полностью согласен, потому что власть сегодня одна, завтра другая. Мы даже видим то, что Советский Союз пробыл 70 лет, это не гарантировано, что улица будет называться, продолжаться называться так и 10, и 20, и 50 лет. Поэтому я считаю, что для того, чтобы совершать такие действия в плане переименования, в первую очередь, надо спросить жителей этой улицы. В вторую очередь, уже тогда спрашивать жителей города Сумы. И потом только это выносить, если есть поддержка, если есть понимание, выносить это на Міську Раду, и когда будут голосовать депутаты. Но опять же, для того, чтобы как-то улицу называть, переименовывать, вы сделаете ее. Как бы там этих коммунистов не ругали, но улица построена при них на все 100%. Ничего нового за годы независимости не появилось. Постройте свою улицу, называйте, как вы считаете нужным. Но сейчас, когда в обществе и так есть определенные недопонимания, напряжение, историю сейчас перекручивает, я думаю, питання не на часі. Ну, скажу таку маленьку ремарочку, що кожна влада у топонімах, у назвах, да, закріплює власну ідеологію. І сьогодні, як було в радянський час, і ми це зараз бачимо, якби зворотний процес цей, да, реверс цей. Але от я собі пригадую, що коли закон про декомунізацію вийшов, там були зобов'язані провести громадські слухання, засідала робоча група, потім все це затверджувалось на сесії міської ради. От як депутати, як ви голосували, як депутати взагалі от це питання? Узгодили. Ну, я скажу так, голосовали мы, конечно, против, вся наша фракция проголосовала, но большинством голосов, так понятно, у нас большинство в городском совете, это сейчас так называемая демократичная більшість, как я их называю. Но хочу сказать, что большинство депутатов, голосовавших даже вот за улицу Бендеры, за улицу Шухевича, за улицу там Павла II, и они бы даже не понимают, кто эти люди и почему они тут название есть, да и есть, спустили сверху, скорее всего, что было спущено сверху. А вот у нас там на Роменской, вот я хотел бы сказать, у нас взяли, переименовали улицу Николая Островского. Ну вот чем им Николай Островский, ну я понимаю, что как закалялась сталь, но даже если убрать политическую складовую, то посмотрите, какие были украинцы, какие были люди, которые делали именно для своего государства. Но вот со всех переименований я мог бы сказать спасибо только за Пантелеймона Кулеша, да, потому как у нас Пантелеймона Кулеша знает раннего, но не знает его позднего. Если бы они узнали его позднего, я думаю, они сейчас бы и назад бы его переименовали. Но не в этом дело. Я просто считаю, ну, сделали вы как бы эту волну, сделали, выполнили задачу президента по переименованию. Ну и хватит уже. Зачем дальше продолжать этот вопрос? Улица Горького звучала тогда в том же списке. Угу. Ну как-то она почему-то не прошла. И я думаю, Горький это не тот человек, который это всемирно известный писатель. Это человек с большой буквы. Ну да, он жил в Советском Союзе, но сколько таких было людей. И Булгаков был, и мы же знаем, сколько людей было. Но зачем это делать, я не понимаю.
Ну, а зараз от вулицю Горького запропонували перейменувати на імені Семена Сапуна. Чому ви проти Семена Сапуна, чи взагалі проти перейменування вулиці Горького? Вы знаете, я как бы понимаю, что может быть и не получится там остановить это переименование. Ну, я допускаю там историческое название, как бы уже шла, но в первую очередь, я опять же настаиваю, это нужно спрашивать у людей. Вот я понимаю так, взяли, отремонтировали все коммуникации на этой улице, взяли, решили все проблемы жителей по ЖКХ, запустили все лифты, социальные вопросы, то есть жители благодарны. Вот тогда приходят жители, и говорят, ребят, вы не против, да. Вот мы хотим переименовать. Улицу вот улице, это да, да, супер. Вот вы сказали, каждая, как бы каждая власть переименовывает. Но опять же вернусь к вопросу, вся улица Горького построена при Советском Союзе. Но они из нее сделали конфетку. Теперь у нас еще такой один болючий вопрос, будем так говорить. Это завод наш, завод СНВО. Там сейчас 100 миллионов задолженность по заработной плате. Им сейчас надо сотни тысяч гривен тратить на замену документов. Как это будет вкладываться в это? Мы из-за того, чтобы переименовать улицу, будем решать это за счет людей. Потом же есть предприниматели. Это в первую очередь, кто пострадает, предприниматели. Это юридические лица. Финансовые затраты. Даже если... Пусть это и там будет и не сильно дорого. Но опять, ну зачем человеку какие-то проблемы, куда-то идти? Поэтому, а то, что, ну, Семен Сапун, он для меня, это человек коллаборационист, это человек, который приехал, как я и писал, на немецких мотоциклах, он пришел сюда с немецкими мотоциклистами. Это человек, который призывал вивчати українську мову, мову освободителей на той час, как он считал фашистов. Это человек, который выпускал... Так українську чи німецьку? Німецьку. Він закликав вивчати німецьку мову, він очолював на той час організацію «Просвіта», у них були навчальні класи. И вот он, его называют там, ну, проводник ОУН, УПА, да, там. Но все равно вся его задача стояла помогать новой оккупационной власти. И поэтому для меня этот человек, ну, никак с революционером, там, как его пишут, как с підпільником, никак не укладывается. Ну, от для тих, хто може полінується заглянути у Вікіпедію, от зараз можна зачитати. Семен Сапун, український революціонер-підпільник, лідер Сумської обласної мережі ОУН-Б під час німецької окупації, голова товариства «Просвіта» у місті Суми в 42-му році, педагог, і з 2016 року вже в наш час він став почесним громадянином міста Суми. Був учасником Першої світової війни, в 38-му році був заарештований НКВС і обвинувачення участь у контрреволюційній повстанській організації. Проте після 8 місяців катування допитів, власне, його справу припинили за відсутністю доказів, і 10 січня 39-го року його звільнили, але в жовтні 42-го німецька військова контрозвідка заарештувала Семена Сапуна, обласного керівника ОУН, і з ним іще двох районних керівників і цілу групу 38 чоловік-активістів. І 20 лютого, в тій же Вікіпедії зазначено, 43-го року основний склад підпілля ООН на Сумщині, включаючи Сапуна, розстріляли і спалили на територію тюрми. Ну, тобто, може вообще, бути ця інформація недостовірна? Ну, я би сказав так, це інформація однобока. Да? Ну, от, во-первых, сразу давайте, от як би не обвиняли НКВС, але вони його випустили. От нам це все время, да, нам все время говорят, мільйонами всіх косили, а його випустили. Как? Почему? Достойно обсуждению, достойно изучению? Я считаю, что да. Вообще, это тема для отдельной передачи. Но я хочу сказать, что в 1942 году эта вся организация ОУН-УПА не совсем с немцами договорились о понимании, какая должна быть власть на Украине. И их там репрессировали по всей Украине. Да, ну, это известные факты, да. Бандера что... сидел в таких в нормальных условиях концлагере, когда его посещали, когда он, ну, совсем не тот концлагерь, который был для наших военнопленных и для наших граждан. И этих людей тоже. В начале 43-го года началось очень крупное наступление советской армии, и немцы боялись то, что они зайдут, и как
любая оккупационная власть решила освободить свои тюрьмы. И их там, да, расстреляли, сожгли. Но их там около 20 человек, а наших подпольщиков, наших партизан, наших военнопленных было намного больше. Просто в то время не разбирались. Вот я в Фейсбуке написал, что Сталин расстрелял Ежова. Но это же никто не говорит, что Ежов боролся со Сталиным, правильно? Поэтому абсолютно. Тут просто попал под жернова той машины, которая работала. Но, опять же, вот мы говорили о радикальной группе граждан, которые насаждают эту... Ну, а имена у них есть? Это же люди відомі в Сумах? Ну, это в основном это вот эта комиссия, которая занимается топонимикой у нас в городе Сумы. Она однобокая. В свое время таким... Это же все идет с 2004 года. Мы же знаем. До 2004 года такого всего не было. Это если было, то... А потом, когда у нас тут появилась одна такая... Группа людей, которая захватила власть в городе Сумы, она как бы этим вопросом занялась и продвинула туда людей, именно заточенных только в одну сторону истории как города Сумы, так и Украины. Поэтому мое глубочайшее убеждение, должны представлены быть все взгляды. В этой комиссии должны присутствовать не только люди, которые считают Сапуна героем, а которые и Сапун для них и не совсем герой. Для которых герои это и Рыбалка у нас, маршал Советского Союза, и Ковпак, и Руднев. У нас героев просто сумасшедшее количество. И сейчас выдвигать только одних, натягивать. Вот я вам скажу, вообще вот это все движение УНУПА на Сумщине, его ж, просто вытягивают... Как могут. Его не было штучно, фактически. Да? Ну, их человек 100, 200. Даже пусть их тысячи были. Но именно тех героев, которых чествует большинство сумчан, которых чествует большинство жителей Сумщины, были сотни тысяч. И у нас героев Советского Союза, если взять по количеству жителей области и по количеству героев, наибольшее количество. Поэтому надо не только думать про тех, а надо думать и про этих. Ну, от ви сказали на початку ефіру, що ви проводили опитування, коли ще тільки розпочинався весь цей процес. Ми сьогодні теж вийшли на вулиці і запитали сумчан, які живуть на вулиці Горького, їхню думку, чи знають вони, хто такий Семен Сапун, і чи підтримують вони цю ідею перейменування. Давайте послухаємо думку народу. А зачем їм потрібно, щоб ми її перейменували? Це лишні кошти з бюджету. Лишні документи треба на це переоформляти. Тому я проти. Ні, Горького хай остається так і є Горького. А що він письменник. Так що хай так і буде. А про Сапуна що знаєте? Ні, не знаю. Без поняття. Ми ж все-таки декомунізацію робимо в якійсь мірі, тому, можливо, так плюс. Ми проти перейменування цієї вулиці. Так як у нас бюджет такий слабенький, дирявий, нам краще б щось зробили бо тут по вулиці цього Горького. А Горький, він не, до політики він ніякої відношення не має. І хай є, то й є. І хто такий Сапун, я не знаю глибоко. Я більше проти, да. Може бути, можна перейменувати вулицю, але я думаю, що... Ну, не на этого героя. Я, если честно сказать, не знаю, кто такой Сапун даже. Так что... А Горького, что тут такого? Он был письменником хорошим. Я... Хай буде Горького. Мне все равно, спасибо. Ну, це ерунда якась. Ну, ерунда. Ну, я на Горького жил и буду на Горького завжди жити. Дівчата, ви що? Ну, така чушь. Одна из лучших улиц, из красивейших, из самых знаменитых, и вы хотите ее переименовать. Вы что? Ни в коем случае. Не делайте этой глупости. Не делайте. Не делайте. И вообще, зачем переименовать улицы? Это память наша, какая бы она ни была. Пусть настроят, настроят. И называют улицы. А лишнее только деньги расходовать. Глупости. Но людям убытки какие? Зачем это? Жить как-то помогали, жить лучше. Все жильцы у нас, например, я на 23/1 живу, только за Горького. Переименование против. Хватит с нас деньги тянуть. Мы и так нище живем очень. Мы не знаем, кто это такое выдумывает. Ну, очень тяжело жить, и мы против переименования улицы. Спасибо. А что сделал Горький им плохое? По-моему, там у власти все эти сидят коммунисты. В тому ж числі Порошенка. Переіменування вулиць є недоцільним взагалі, тому що є інші проблеми в місті і в країні. На мою думку, це пуста трата часу, грошей. Горького – це історія. Її неможливо вичеркнути. Була така людина, є така історія, ми її знаємо.
і повинні цінувати те, що було, і думати про краще майбутнє, і все робити для цього. Сумасшедші вони просто, дівчатка, і все. Ну, це дебілізм. Вулиця досить велика, зрозуміло, що різні думки, а от ваша все-таки думка, може це, ну, якби люди зараз не дуже переймаються саме цими питаннями, в них якісь, ну, значно складніші особисті є речі. Може, недостатньо, там, скажімо, вони відповідально обдумують це питання, щоб висловити свою думку, от таку, не заангажовано. Ну, я би сказав так, більшинство, ну, більшинство жителів навіть на це сильно не обратять внимання. Да? Тобто, коли це їх лично коснеться, ну, це касається, як би, единолично, вони самі займаються, вони самі в це, як би, вникають, вони тратять гроші, тратять своє час, але я хочу сказати, що власть в будь-якому випадку в першу чергу повинна думати о людях. Як би там ні було, але вони не повинні створювати їм проблем. І потім, ну, когда у вас дома тече труба, провалений під'їзд, провалені входи, коли вам на вулицю виходить вас по колено води, ну, коли вам думати о том, що треба перейменувати вулицю, треба йти міняти документи. Поэтому, опять же, я вернусь к тому вопросу. Вы сначала сделайте, покажите, что вы можете, потом придите и скажите, ребят, мы переименуем, потому как мы уже решили все ваши проблемы. Ну, і ще одну цитату вашу з соцмережі наведу. В разі перейменування вулиці Горького в Сумах на честь фашистських посібників фракція опозиційного блоку залишає за собою право поставити питання перед польською владою про заборону в'їзду на територію Польщі і Євросоюзу тим депутатам, які підтримали це рішення. От ви додаєте масло у вогонь. Зараз і так між Україною і Польщею дуже великі проблеми, саме пов'язані із ставленням до Степана Бандери і до діяльності Української повстанської армії. І тут ще петиція з міста Суми. Ну, я надіюсь, що до цього не дійде. Я все-таки надіюсь, що ми знайдемо, ну, нормальне, совместне рішення, як цей вопрос вирішити. Да, даже, ну, там, вплоть до, якщо вже і там і вирішиться цей вопрос, то це повинна бути в крайньому випадку вулиця Суджанська. Ну, я хочу сказати, що... Ну, а Суджанська, скажуть, зараз на території Росії, хоч це, може, і українська територія була колись, але зараз це на території Росії місто Суджа. Ну, у нас же є вулиця Курська. І також буде спірне якесь питання, чи ні? Ну, я вам скажу так, от, наблюдаю там в Фейсбуці коментарі, то більшість це категорично проти, там, чуть поменше людей вважають, що вже Суджанська, ну, більшість так... Вообще категорически против любого переименования. Ну, я не знаю, я думаю, этот вопрос от северного соседа, он рано или поздно решится. Ну, были мы в одной стране, да, там, ну, отделяться, там, сейчас придумывать новое название, уже если возвращаться, то возвращаться к старому названию. А то, что касается подливать мы будем, огонь или не будем, я вообще не понимаю, как мы будем встречать гостей на день города, с города Люблина, когда у нас улица Бендеры, Шухевича, а тут еще если и Сапун уже почестный громадянин, то вот как мы будем этим людям в глаза смотреть? Это первое. А второе, ну, а если нету другого выхода, надо уже к международным инстанциям обращаться. Вообще, я считаю, мы должны договариваться, должны находить, ну, компромиссы. Компромиссы. Есть, нельзя ломать через колено. Опять же, вот, даже такие глобальные вопросы, вот возьмите Сирию, там шииты сунниты. И сунниты. Шиитов меньшинство, они руководят страной, суннитов большинство, они против этого. И что с этого получается? Надо договариваться. Даже вот люди там, которые, может быть, и поддерживают Сапуна, даже и где-то они его понимают, но они против переименования. И надо этот вопрос совместно решать. Треба єднати українців на основі якихось позитивних подій, 100%. Правильно? 100%. Треба об'єднатися, тому що, ну, або ми не виживемо так. Ну, і я для інформації для наших глядачів, от таку інформацію повідомлю. На честь радянського письменника Максима Горького, вулиця імені якого є в Сумах, названі театр у Берліні, це в Німеччині. Його відкрили в 52-му році в будівлі Берлінської академії співу. Також носить ім'я Максима Горького Азербайджанський театр юного глядача у Баку і Російський драматичний театр імені Горького є в Астані, це столиця Казахстану. Національний академічний драматичний театр імені Горького в Мінську існує, це Республіка Білорусь, наша сусідка. І на італійському острові Капрі, де письменник жив у 1906-му, здається, років 7.
Там також є вулиця імені Максима Горького. Ну, це для інформації. Можна я чуть-чуть? Так, звичайно. Ще, да. Я хотів би сказати, щоб не подумали, що я там захищаю Максима Горького. Ну, не нравится вам Максим Горький, это ваше дело, там, но опять же, это должно быть решать большинство. Я против вообще переименования в то время, когда, вот, буду повторяться, это не на часе. Для людей это есть проблема. Є значно важливіші теми, конечно, і проблеми, ну, які треба вирішувати, на які виділяти кошти. Нам треба брати лопату, він сніг чистить. Ми сніг не можемо очистити, а ми зараз будемо займатися переименуванням. Нам треба ями на дорогах латати. У нас куча проблем, а ми зараз будемо вирішувати цей питання, нікому не потрібно. Дякую вам за вашу громадянську позицію. Спасибо. За ваш виступ сьогодні. Я нагадаю, в нашому ефірі ми сьогодні говорили про тему декомунізації, перейменування сумських вулиць. І в нашій студії працював Ігор Перепека, депутат Сумської міської ради, голова фракції опозиційного блоку в Сумській міській раді. На цьому все. Залишайтесь на телеканалі АТВ.